Друзья, всем привет! Съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем. Находимся мы в городе Казань, в музее Союза фотографов Республики Татарстан. Вот, есть здесь вот такая книжка, называется «Фотографические растворы», 1948 год, Госкиноиздат. Вот. Язык я чуть не сломал, пока про себя читал. Кацененбоген. Вот. Помощь фотолюбителю. Кацененбоген. Да, здесь химия. Химия, да. Давайте я его немножко перехвачу. Оба. Ага. А здесь рецепты. Ну, шикарная книга. Шикарная книга. Обложка твердая. Твердая. Бумага серая. Ага. Здесь исправление. Твердая обложка. Она, ее пока пользуемся, и картон этот сломали. Ну, очень хорошая книга была в свое время. Друзья, еще раз напомню, съемка ведется для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем, друзья. Подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте, и до новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Всем пока-пока.